Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами передача «Наука управления», ее ведущий Эльдар Джураев и Наталья Персот. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Федор Луковцев, заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Здравствуйте. Федор, в последнее время очень много разговоров поднимается, очень много обсуждается тема по поводу перехода к программному, к проектному управлению в органах госвласти. Наверное, это понятно, потому что очень много, скажем так, активности, да, очень много проектов запущено и в социальной сфере, и в сфере инфраструктурной. И, наверное, поэтому очень важная задача управления такими проектами, контроля за бюджетами, контроля за результатами и так далее. Вот хотелось сегодня в передаче поговорить, какие методы управления, проектного управления, какие методы управления в целом вы используете в своей практике? Действительно, это такой современный инструментарий. Во-первых, он сейчас все глобализировалось. Сейчас невозможно в одной отрасли добиться успеха, игнорируя, может быть, другие процессы, связанные с инфраструктурой, социальным обеспечением и так далее, да, то есть и государственное управление. Поэтому, особенно в сфере экономики, там, где ты хочешь создавать продукт добавленной стоимости, да, и быть конкурентным, ты обязан смотреть гораздо шире. Да? И в этой связи мы в Забайкальском крае всю необходимую нормативную базу создали на сегодняшний день. Мы, мало того, на уровне управления принятия решения, да, по тем или иным проектам, которые на сегодняшний день к нам приходят из среднего малого бизнеса и от крупного бизнеса, мы проводим через вот эту межведомственную рабочую группу, который дает разные отрасли, да, и при совокупности всех положительных или отрицательных рекомендаций мы принимаем решение. Те проекты, которые проходят проектное управление через это сито, они получают приоритет, да, в экономике края, и мы в этой связи для предпринимателей, на самом деле для всех, но здесь именно то, что больше нацелено на успех, да, и с учетом всех тех рисков, которые могут возникать, мы на стадии государственного, да, такого мониторинга, предварительного отбора, да, понимания, когда выйдет на прибыль предприятие, да, какие могут быть угрозы, какие риски, мы сейчас это уже все внедрили. Другой вопрос, да, как этот продукт реализовался в практике, да, сейчас сразу в голову не приходит такой пример, да, который можно было уже с точки зрения жизни, да, его проанализировать, это что, наверное, наиболее важное, и не только для Забайкальского края, вообще для России, для регионов, да, потому что вот тут, на самом деле, заложено самое, наверное, сложное, да, и трудное. Можно сделать документы, можно правильно обучить специалистов и в государственной службе, и в предпринимательстве, но не сопроводить его в жизни. Да. И здесь тонких мест много. Прежде всего, я как чиновник, да, отвечающий за этот контроль, за управленческое администрирование, хочу сказать, что здесь в серых буднях мы должны также продолжать вести эти проекты, которые прошли это сито, да, и которые затрагивают интересы многих отраслей, да, разных групп, и не только на региональном уровне, не только на муниципальном уровне, а и федеральные программы, да, которые затрагивают. То есть здесь очень важно быть таким долгим, стабильным и не снижать оборотов. Почему? Потому что предприниматель на сегодняшний день наш, да, который он стал более ранимый, я так сказал бы, да, то есть атмосфера такая, что где-то, наверное, ручное, такое в хорошем смысле этого слова, да, сопровождение, да, таких сложных проектов, которые задействованы в разных отраслях, оно наиболее актуально. И здесь, не теряя даже ту часть предпринимательства, которая решилась вообще в России сейчас идти заниматься бизнесом, да, это подвиг, да, и социальный, и семейный, и человеческий, потому что это на самом деле это такая вещь, там и унижение, там и обиды, там и, как говорится, через трудности только можно достичь успеха и, как говорится, счастья, да, но тем не менее мы должны их беречь, и здесь, наверное, такой подход стараемся мы, да, понимая, что не только давать приоритет этим проектам, которые прошли через этот отбор, да, но еще его сопровождать до той точки, когда, все это уже, скажем, ребенок вышел в открытое море и поплыл своей жизнью, да, это очень важно. Федор, а подскажите, пожалуйста, каким образом вы выстраиваете сейчас отношения с бизнесом в крае? Как минимум год, наверное, да, то есть мы уже в такое ручное, штучное перешли управление.
вот именно в части бизнеса, да, потому что для того, чтобы он состоялся в наших сегодняшних условиях, да, надо дело даже не в деньгах, да, которые ты там помогаешь, или он сам там находит долгосрочные, там, может быть, не очень дорогие. Ну, я даже сейчас не говорю про кризисные моменты, а вообще в целом, да, анализирую за некий период. Постоянно надо вдохновлять. Постоянно надо быть его, вот, превозносить, чтобы он понимал, что от его настроения, от его успеха, от его удали предпринимательской, да, зависит очень многое. Это и занятость, это и как пример, да, экономики, который заряжает и заражает других. Поэтому здесь вот мы готовы, и тот, может быть, небольшой еще лист примеров, да, мы вот именно когда так вот по-человечески, очень близко работаем с бизнесом. То есть отношение должно быть, причем здесь и невзирая на должность, и губернатор и на звонок ответит, и встретится, потому что это очень важно. Если таинство создастся, да, пойдет успешный бизнес, mm-hmm. тогда это вот только такое отношение, наверное. Это вот я тут, насколько понимаю, такие личные контакты, да, коммуникации какие-то, там, на самом высоком уровне у вас так происходит. Человек должен персонифицированно чувствовать ответственность государства. Вот он должен не просто там правительство отвечает там за то или иное, там, да, в части здравоохранения. Он должен знать, что вот есть фамилия министра, есть ответственный там заместитель министра, начальник департамента, есть в конце концов губернатор, который лично ему гарантирует вот все те на начальном стадии, когда он ходил в этот бизнес или окунался в этот проект, чтобы это все сохранялось, чтобы не было вот там некой передачи этой ответственности, там, и потом, конечно, и размыливания, да, и, ну, вот. То есть от начала до конца. Такие тоже примеры есть. Мы вот сейчас стараемся в таком ритме работать, потому что сейчас очень сложно стало и с инвестициями, и с началом бизнеса, и с продолжением бизнеса, и вот сейчас очень важно это удержать. Тем более очень много рисков, да, связанных не даже с конкретной территорией, не с конкретным проектом, а просто такие, знаете, глобальные процессы. В телевизор заглянул, в интернете прочитал, уже страшно, да, и поэтому вот, чтобы вот не попасть вот в эту атмосферу некого такого психоза, да, вот очень важно, чтобы всегда он рядом ощущал, что это важно государству. Федор, ну вот я хочу прям отметить и поблагодарить, что вот в вашем крае ведется такая работа, потому что на самом деле там сегодня такие коммуникации достаточно близкие, да, они, ну, это большая редкость. И то, что вы ведете такую работу, это большой плюс для вашего края. Ну вот нам надо там, сейчас, для нам нужен края. Результат, да, мы сейчас вот за всем этим, я вот почему так вот это говорю, да, и я хочу, чтобы это все у нас произошло, чтобы мы на практике реально реализовали. Понятно, для этого надо время, да, это быстро не происходит, но тем не менее мы свою конкурентоспособность региона, да, то есть помимо того, что у нас и трансграничность, и мы на перекрестии многих процессов и континентов, по сути, да, мы природа, история, да, мы должны вот не забывать такие простые управленческие вещи, да, что вот само по себе ничего не строится. Вот, я хотела как раз сказать, что помимо времени нужно еще желание. А как я вижу, желание у вас в крае огромное. Спасибо. Какие ключевые сейчас направления вот в регионе там выбраны, какие направления выбраны самыми перспективными для развития в регионе? Ну, традиционно мы горнорудная территория. Как с 17 века мы начали пополнять российскую казну золотом, серебром, медью, оловом, да, то и сейчас и продолжаем это все вести, да. Поэтому, естественно, у нас основной такой бюджетообразующий и валовый доход дающий – это крупный бизнес, да, то есть вот все вот эти проекты горнорудной отрасли. Сейчас в условиях, когда происходят вот такие мировые процессы, когда на первую роль выходят вот экологические вещи, чистая вода, продукты питания, да, сельское хозяйство. То есть вот мы считаем, что это отрасль, которая может взрывным образом развиться, учитывая наше месторасположение, близость колоссальных рынков азиатских, да, где средний класс растет, где требования к продуктам питания уже сегодня не отвечает рынку. Это большие перспективы, потому что все-таки горнорудное – это этот бизнес требует, ну, больших инвестиций, даже разработка небольшого карьера, это покупка самосвалов, это огромная инвестиция. Пример такого государственно-частного партнерства, такого федерального масштаба, это Быстринский ГОК, это меднорудное месторождение, которое мы в 2017 году должны запустить. Уже сегодня отстроена железная дорога, почти 226 километров. Да, Нарын-Лугакан – это подступы к месторождению, к ГОКу. Это высоковольтные линии электропередачи, да, которые вот тоже в 2017 году мы должны завершить. Да, и вот, а это уже масштаб просто вот годового поступления в бюджет – 8 миллиардов. Да, занятость –
свыше 3000 человек. То есть вы представьте, для нашего региона это огромный проект. Естественно, это такой он, да, туристический отрасль. Вот, угу. Как ни странно, да, ну, вернее, не то, что как ни странно, сейчас мир-то меняется, да, вот, по части потребления, там, да, то есть сначала там решали задачи там, питания, там, да, накормить всех и так далее. Сейчас все-таки, наверное, такое эмоции, да, то есть человек должен чему-то удивляться, ездить в те неизведанные края и так далее. Поэтому, учитывая, что у нас и азиатские рынки, да, и плюс внутренний туризм, очень много мест интересных, которые, может быть, еще не раскручены там, да, вот, и мы считаем, что туристическая отрасль тоже это отрасль, которая может дать большой рост, да, и в плане занятости, и в плане экономического роста. А сейчас кого больше, иностранцев или все-таки россиян? Я имею в виду, конечно, россиян, да, это и внутренний туризм, это и вот там же очень красивые места. Да, места очень красивые. Но у нас, знаете, у нас есть такие экстремальные виды туризма, да, которые, ну, там их 30 человек на всю страну, например, да, но это они ездят. Они ездят по этим пещерам, они ездят по определенным таким... Ну, это экстрим, да, он никогда не бывает массовый. Мы говорим вот о массовом, да, о масштабируемом экономическом процессе. Это, конечно, туризм выходного дня для туристов из Китайской Народной Республики. Mm-hmm. Да, это какие-то транснациональные туристические объекты. У нас, например, есть гора Алханай, она входит в святыни северного буддизма, да, то есть вот это то, что по такой некий большой круг. Это весь святых. Рынок для Монголии, для Китая, получается, для Вьетнама. Для всей Азии, да, то есть вот, по сути, это может стать колоссальным таким, да, туром, который бы вот, ну, по этой вещи, да, потом само место историческое, да, там очень много объектов такого исторического наследия, это и природные у нас, и начиная, то есть природа настолько разнообразна, да, и пустыня есть, да, есть и степи, тайга, непроходимые горы, то есть вот тут вот кедрачи вековые, да, то есть это все вот мы, по сути, можем показать для наших гостей. То есть это, но это самое главное вот в этой туристической и сельскохозяйственной отрасли, это то, что масштабно можно организовать занятость. Сегодня вот даже не экономический рост, вот мы даже готовы больших доходов не получать, но чтобы человек получал определенный доход, был в социально здоровом деятельности занят. Вот это важно, да, чтобы мы вот просто не скатывались там. Да, сейчас и уровень безработицы, и это вот это Фёдор, вот надо. Спасибо. Мы должны прерваться на небольшую паузу. С вами передача «Наука управления» и ее ведущий Эльдар Джураев и Наталья Персот. Снова здравствуйте, уважаемые зрители. С вами передача «Наука управления», ее ведущий Эльдар Джураев и Наталья Персот. И я напоминаю, что сегодня в гостях в студии у нас Федор Луковцев, заместитель председателя правления Забайкальского края, руководитель представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации. Наташ, ну, получается, это очень непростая задача объединить вот усилия стольких сторон для того, чтобы создать эту инфраструктуру. Да, я думаю, что это одна из задач, которую вы решаете в том числе и при повышении инвестиционной привлекательности края. Правильно вас понимаю? Какие механизмы вы сегодня развиваете? Вот мы уже сегодня услышали такой механизм, как ГЧП. Государственное частное партнерство распространено в крае сегодня? Мы сейчас внедряем и на разных уровнях. Да, вот я до этого говорил про крупные проекты, да, такие страновые, да, на самом деле. Да. Естественно, там мы свою лепту региональную вносим. Да, но чтобы нам, для нас было важным, да, и куда мы нацеливаемся, это ГЧП уже такого регионального уровня, да, для среднего и малого бизнеса. Есть примеры. Да, вот, например, один из примеров, может быть, он нельзя так классически его ГЧП привести, но почему-то мне кажется, что там без роли государства вот этот бизнес бы не состоялся. Да? Есть такое у нас предприятие «Талина», да, которое занимается переработкой сельхозпродукции. Это мясокомбинат и так далее, да, то есть все связано с животноводством, с молочной продукцией. И
тоже абсолютно случайная история. Там было одно из совещаний федеральных, да, Министерства сельского хозяйства в Чите. Вот человек просто случайно был включен в состав. Ну, конечно, не случайно, просто он не думал, что вот едет для открытия своего нового предприятия, да, просто вот был в составе и на самом деле ехал слушать федеральные инновации, да, вот, ну, просто в Чите проходило это совещание. И вот совершенно случайно познакомился в лифте с главой Краснокаменского района, Германом Николаевичем, такой харизматичный руководитель муниципального рынка, сказал: что ты здесь делаешь? Вот что ты здесь, ты прирастишь свой бизнес слушанием этих чиновничьих речей и докладов о том, что все хорошо в сельском. Поехали, я тебе покажу мясокомбинат. Тот говорит: давай. Они, поднявшись на 8-й этаж, спустились сразу вниз, на лифте сели в машину, проехали 600 километров. Приехали в Краснокаменск, и он ему показал вот мясокомбинат, который не лучшие времена переживал в тот момент, да, действительно был убыточным, это была головная боль района. И на выгодных условиях, там, с рассрочкой платежа, вот, условно говоря, говорит: давай, входи вот в это предприятие, свои технологии, инвестиции. И как-то вот поверил он, и на сегодняшний день это один из таких наших лидеров, переработчиков, да, и с которым мы связываем и будущее вот переработки сельхозпродукции, да, мы хотим, чтобы они дальше развивались, другие сегменты вот сельского хозяйства осваивали, да, это, ну, по сути, продукция экспортно ориентированная, то есть она и в других странах продается, вот в соседних, да, то есть это уже тот знак качества, который, то есть вот один из примеров, когда вот, как мы говорим, да, в ручном режиме государство в лице муниципального чиновника, да, вот человека, который вообще ни сном, ни духом, может быть, не знал про Забайкалье, про возможности, а тут вот оказалось. Другие примеры. Вот сегодня мы строим, это социальная инфраструктура, да, там строительство детских садиков, да, то есть, например, там акционерное общество РЖД, Забайкальский край, который вот выступает заказчиками, да, вот именно строительство детских садов в тех микрорайонах, где проживают работники железной дороги. Это одна из наших самых многочисленных отраслей, которая в Забайкальском крае представлена, да. И предприниматель, который строит. То есть вот еще один элемент, да. В жилищно-коммунальной сфере, да, то есть есть примеры, когда вот модернизация котельных, когда действительно можно даже при тех самых затратах, которые несет бюджет, да, но в течение там определенного времени произвести модернизацию и уже как где-то и зарабатывать там, да, в течение определенного момента приводить вот эти вещи, да, то есть вот на самом деле их примеры, они есть, но что я хотел бы отметить, что вот это ключевая вещь, да, для того, чтобы, наверное, ты тем самым, государство доказывает, что ты вместе с бизнесом, да, готов идти вот в эту историю, да, где, ну, предпринимательство всегда же оно рисковое дело, да, может не получиться в силу разных причин, там и конъюнктура, там, да, или еще какие-либо там причины, там электроэнергия, вот. Еще у нас один объект есть, да, где мы хотим наш проект, индустриальный парк Краснокаменский, где у нас есть действительно хорошие примеры вот конкурентоспособности, да, не конкурентоспособности, а вот именно тех факторов, которые для бизнеса важны. Электроэнергия и гигакалории, да, за тепло. То есть мы там за счет того, что закрытая энергосистема, то есть на борту карьера стоит ТЭЦ, которая вот углем отапливает, и у нас на сегодняшний день меньше 2 рублей киловатт-час, у нас 670 или 600, под 680 рублей за гигакалорию, то есть это даже внутри Забайкальского края, это очень хорошее предложение. Вы там рассматриваете какой-то промышленный класс? Мы там, да, мы там, во-первых, рассматриваем второй и третий передел, ну, для карьеры, для горнорудных производств, да, чтобы можно было не просто там концентрат гнать, да, уже с добавленной стоимостью продукции. Это для крупника, да, там переговоры и с Норильским никелем, и с Ростехом, и еще с рядом предприятий крупных, да, которые. А, и для переработчиков, то есть вот для тех производств, где энергозатратные вещи, да, и то есть вот пример, где мы можем создавать этот индустриальный парк, где тоже принципы ГЧП, да, там и не только налоговые льготы, это и гарантии по кредитам, это и вот мы недавно в рамках Красноярского экономического форума общались с МСП-банком, который вот как раз вот для среднего какие-то фиксированные бизнеса, да, процентные, да, да, ставки. И, наверное, немаловажный фактор, что вот Краснокаменский, да, это такой моногород, да, это город атомщиков.
Там есть квалифицированные трудовые ресурсы. Это тоже на сегодняшний день очень важная вещь. Да? Вот она даже может быть сильнее электроэнергии, да? Что у нас есть кадры, которые готовы там, при минимальном перепрофилировании вступать и уже сражаться за других отраслях. Да? То есть это вот момент такой. Ага. Федор, вот такой вопрос родился. Вы приводили много примеров бизнеса, да, которые с помощью поддержки, да, там, правительства края, оно там поднялось. Вот в любом проекте очень важен вот этот информационный обмен, да, вот это информационное взаимодействие. А как удается вот организовать? То есть у вас достаточно много вот инструментов, которые правительство создало. Вот как удается их донести до бизнеса? Очень хороший вопрос, да. Вот, конечно, первое касание — это просто получение информации, да. Человек посмотрел сайт, условно говоря, там, или послушал выступление на форуме, или где-то еще там, и так далее. Ну, мы стараемся везде участвовать. Мы стараемся, чтобы... Вас услышали. Вас услышали. У нас есть свои сайты, где все это вот можно узнать и посмотреть про инвестпроект. Но это первое касание, которое вот на самом деле его надо закреплять другими вещами. Да? И вот здесь, ну, на всех тех площадках, где есть инвесторы, где есть... А сейчас это мы говорим, по сути, об азиатских инвесторах, которые, ну вот если так по-большому, да, идти на охоту, да, мы понимаем, что тут, конечно, еще и другие вещи, да, которые там тоже нужен очень тепличный такой, да, то есть там на самом деле нужны первые контакты даже, может быть, не экономического плана, потому что экономика – это уже завершающая стадия, да, это финал. Когда а первично? Первично это, чтобы возникло доверие. А для, как доверие возникает? Возникает доверие из простых вещей. Культура, спорт, я не знаю, там то просто вот съездить там, к нам в туристическую поездку. Да? То есть это оно вот такое вот. Если этой истории нету, то вот та история об экономике, о цифрах, она может не начаться. Она будет бурно обсуждаться, но когда вот нету вот этого... это эмоции, да, то вот 9 из 10 не получится. Поэтому здесь очень важна такая культурная интеграция, да, то есть вот человеческая, чтобы мы для наших партнеров рубежных, да, даже и для наших, да, из других территорий, вот каким-то образом же глава района Колов в лифте понравился предпринимателю из Мордовии, да, и чем-то он его зацепил, я не думаю, что там хорошим, прежде всего, экономическим предложением. Это вторая часть. Вот первая часть, он в нем увидел какую-то... Ну, практика, огонь. Наверное, да, что... Да, да. И вот это надо показывать, да, и вот эти площадки надо делать, да, вот создавать, вот, ну, вот передача сегодняшняя, это тоже вот одна из этих форм, когда ты что-то другое, помимо цифр, еще прикладываешь, потому что человек, как правило, вот он, если, как говорится, любовь есть, то она есть, если ее нету, то вот никакими цифрами там ее не добьешься. Вот, Федор, а я вот для наших телезрителей хотела бы подчеркнуть то, что в любом проекте все-таки важна непосредственно вовлеченность всех сторон. И вот сегодня вы продемонстрировали прекрасный пример, когда государство активно участвует во всех проектах, касающихся и в том числе и частных ваших партнеров, и достигает положительных результатов. У нас просто нет выбора, да, то есть мы не такой богатый регион, мы понимаем, что, этот путь. Ну вот, как говорится, правда больше стала в оценке, да, своей ситуации, и мы понимаем, где вот, за счет чего мы можем прирасти. Ну, и это, как это, мы проговорили про одну сторону, там, позитивно, да, а вот если говорить, а что вот хотелось бы создать, то есть то, что уже создано, как бы успехи мы поделились, вот, а что хотелось бы создать, вот на чем вы сейчас думаете, какие вот там задачи, может быть, крупные проекты, которые вы сейчас стараетесь достановить, да. Во-первых, вот Забайкальский край, да, это связующее звено, если вот так уж по-глобальному я вот говорил, что это связь там России и Европы с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Mm-hmm. Ну, действительно, 65% сухопутных грузов проходит через нашу пограничный переход Забайкальск-Манчжурия. Это правда, да, то есть вот 65% оборота между Россией это грузов, которые сухопутным путем входят или выходят, они проходят через нашу... Количество. Да, мы хотим, чтобы вот эта вот транспортная наша история, да, потому что вот сегодня вы слышите, да, там проекты гигантские, да, которые сегодня Китай, да, там озвучивает, Великий Шелковый путь, там, который идет через Среднюю Азию, там, да, чайные пути, да, то есть мы должны быть вовлечены в эту транспортную инфраструктуру. У нас есть уникальное место расположения,
на перекрестии там всех миров, условно говоря, да, и вот человека, которого мы должны быть готовым к связи с глобальным миром, да, потому что все это, которое будет проходить, мы должны быть готовы, мы должны создать сервисный рынок, да, мы должны быть, я не знаю, там, учить английский, да, то есть мы должны вот в этот вот глобальный мир попасть, вот это вот, наверное, та задача, и тогда наше конкурентное преимущество, да, вот Забайкальского края, вообще Сибири и Дальнего Востока, а значит и России, да, оно сыграет, да, вот, вот что важно. Федор, я хочу сказать, что для этого, вот, хочу отметить, что для этого есть главное, есть огромный заряд позитивной энергии. Да, спасибо безусловно. Вам большое. Наша передача подошла к концу. С вами был Ильдар Джураев и Наталья Персот и передача «Наука управления». Благодарим нашего гостя. Сегодня у нас был Федор Луковцев, заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации. Большое спасибо, Федор. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.